Здравствуйте! Пришло время хроники городских происшествий. В эфире программа «Сканер». В студии Максим Ивановский. И сегодня в выпуске. Судьба обвиняемого в руках 12 человек. По делу об убийстве Веры Захаровой началось формирование коллегии присяжных заседателей. С КАМАЗом лучше не спорить. Столкновение двух неравноценных грузовиков на Новотроицком шоссе. Путь открыт, но рады не всем. Почему водители недовольны обновленным перекрестком улиц Мухина и Игнатьевского шоссе? Нет, это не лекарство, и готовили его не медики. В Тынде задержали незаконного наркофармацевта, который приготовил более 2 килограммов гашишного масла, сообщает Амурское управление МВД. В квартире 40-летнего мужчины обнаружили шприцы и банки с добротно упакованным наркотиком. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, переработку и изготовление наркотических средств, предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Сегодня в Амурском областном суде началось судебное заседание по делу Веры Захаровой, белогорской школьницы, пропавшей 2 года назад, в чьей гибели следствие обвиняет ее некровного родственника. 28-летнему Александру Эндерсу предъявлено обвинение в сексуальном насилии и убийстве 10-летней девочки. Обвиняемый не признает вину и ходатайствовал о рассмотрении его дела судом присяжных. На судебном заседании началось формирование коллегии присяжных заседателей. На первом этапе претендентов в возрасте от 25 до 65 лет отбирала компьютерная программа случайным образом. Теперь из 200 амурчан судьям предстоит выбрать 12 человек, которые решат, виновен ли Эндерс. А тем временем по Благовещенску ходят слухи о педофиле, который одет в спортивный костюм «Адидас» и в разных районах города нападает на девочек. Информация распространяется в мессенджерах и соцсетях. В аудиосообщении говорится, что мужчина хотел напасть на 2 девочек в районе ВДНХ. Другие добавляют, что похожего человека видели в Чигирях. Но в полиции комментируют, что по этому поводу жалоб в МВД не поступало. Полицейские провели самостоятельную проверку. В Чигирях сделал обход участковый, и факты не подтвердились. В МВД просят о подобных случаях незамедлительно сообщать в полицию. Сотни нарушений правил дорожного движения и десятки аварий. Так в Благовещенске и Благовещенском районе проходят каждые сутки. В списке нарушителей всегда есть гонщики и пьяные за рулем. Ну а сейчас расскажем о некоторых авариях. Грузовик «КамАЗ» стал инициатором аварии на выезде из Чигирей. Выезжая со второстепенной дороги на Новотроицкое шоссе, отечественный тяжеловес встал на пути у японского грузовика «Исузу». Судя по повреждениям, которые получил японец, столкновение получилось жестким. Даже у «КамАЗа» изрядно разворочена передняя часть. Врачи скорой помощи осмотрели пассажира микрогрузовика. По информации оператора сканера, от госпитализации человек отказался. А вот машинам потребуется неотложная помощь специалистов. К тому моменту, как оператор сканера приехал на место этого ДТП, пострадавшего мотоциклиста повезли в больницу. У 20-летнего парня переломы, сотрясение мозга и другие характерные травмы. Авария случилась на перекрестке улиц Калинина-Красноармейская. По Калинина со стороны Октябрьской ехала Toyota RAV4. На перекрестке водитель поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом. Тот ехал навстречу. Удар пришелся Toyota в правый бок. Виновника аварии назовут в полиции. Не смогли избежать встречи личный и общественный транспорт. Nissan Tiida и пассажирский автобус Isuzu Bogdan столкнулись на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Красноармейской. Здесь в споре была не права Tiida. Она ехала по Красноармейской со стороны Калинина и поворачивала налево. При этом почему-то не пропустила автобус, который шел навстречу. Контакт 2 транспортных средств оказался взаимно проникающим. На такие рваные раны даже смотреть больно. Эта дорога на подъезде к виадуку по улице Загородной довольно часто фигурирует в сводках как место ДТП. На этот раз нехорошую статистику пополнили Nissan Premiera и Toyota Fun Cargo. Оба ехали по Загородной со стороны ТЭЦ в соседних рядах. Предварительно виновником аварии стал красный автомобиль. Он начал перестраиваться в правый ряд, зацепил Премьеру и отбросил ее на леерное ограждение, к которому Nissan прижался как к родному и от такого тесного сближения наверняка получил видимые повреждения правой стороны. С левого борта у авто следы краски оппонента, у фан-карга глубокие царапины.
Кольцевая развязка на улице Театральной. Здесь поспорили Hyundai Solaris и Toyota Corina. Оба двигались по кольцу, и по предварительной информации автомобиль такси выезжал с крайне левой полосы и не пропустил Карину. Повреждения на авто скорее косметические. Кто прав, а кто виноват, разбираться в этом, возможно, придется в суде. В понедельник вечером долгожданный перекресток Мухина и Игнатьевского шоссе наконец официально открыли для движения машин. Обновленный участок представляет собой расширенную дорогу с разделительными запятыми по бокам. За время ремонта здесь выполнили работу по замене подземных коммуникаций, значительно расширили проезжую часть, оборудовали правоповоротную и левоповоротную полосы. Правда, к реконструированному перекрестку у водителей уже есть претензии. Полосы показались автомобилистам недостаточно широкими. Владельцам габаритных авто нужно быть особенно внимательными. Ну и напоследок, по традиции, напомню вам о том, что если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, вызывайте сканер. Наш телефон работает круглосуточно и не меняется. 50 12 12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер. Альфа ТВ.ру.